Ну что, доброе утро. Вы еще не коледовали? Такой мы сразу вопрос для вас. Да. Коледовали ли вы? Если еще нет, тогда мы идем к вам, а точнее не мы. 19 января в Театре эстрады пройдут рождественские святки, где будут, собственно говоря, учить коледовать. А мы колядки проводить сами не умеем, правил не знаем, сами мы не местные. Вот, поэтому пригласили в нашу студию Анастасию Ведерникову, руководителя фолк-группы «Солнцеворот» Уральского государственного театра эстрады и ее помощников, подопечных. Да, в общем, берем с собой реквизит, говорят, у нас понадобится. Давайте узнаем, зачем. Вот они у нас уже в студии. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Красная Верочка, ходи к нам гулять, святой вечер добрым людям. Ходи к нам гулять, щедрящий дрова, святой вечер добрым людям. Девочки моей, ой, не каль мне, святой вечер добрым людям. Вот приехала прислода, вот Христово Рождество. Ай, святой вечер, ай, добрым людям. Выходили мы с искали мы святую коляду, ай, святой вечер, ай, добрым людям. Мы нашли коляду, да у Иванова двора, ай, святой вечер, ай, добрым людям. Тут-то люди живут, и тут богатые живут, и тая в осени, тая в осени. Тут богатые живут, и тут помного подают, и тая в осени, тая в осени. Овсень, овсень, завтра новый день. Не дадите пирога, мы корову за рога. Не дадите пышку, свинью за лодыжку. Не дадите хлеба, стащит с печки деда. Не дадите лапку, стащит с печки бабку. Ой, мороз, 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 не вели долго стоять. Вели денег подавать. Ой, мороз, 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 не вели долго стоять. Вели денег подавать. Денег подавать? Ой, мороз, мороз. Не морозь меня, открывай сундучок, доставай пятачок. Не морозь меня, моего коня. Не морозь меня, моего коня. Скажем, лошади готовы. Скажем, лошади готовы. Колясочка, да у крылечка, колясочка у крылечка, мой миллионного пути, колясочка у крылечка, мой миллионного пути. Как здорово! Обалдеть. Монетки, 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 конечно. Медведи, держите крепче, он голодный. Он у нас дрессированный, на людей не кидается. Да? Много ли зарабатываете вы таким образом в колядке? Ну, по-разному, вы знаете. Образованные люди, которые знают, что нужно подавать колядовщикам, которые знают, что чем больше подашь, тем лучше будет год у тебя, подают хорошо. Хорошо подают. С каждым годом люди становятся все более образованные и образованные. И щедрые, и щедрые. Да. А, кстати, что можно подавать? Монетки, хлеб? Не знаю. А если хлеба нет, конфетки, например, можно конфетки подавать? Конфетки можно. Вообще можно подавать любую еду. Золото берете. Да. Платину, золото, сотовые телефоны. Давайте сейчас про традицию колядок. Мы вот с Юлей совершенно не в курсе, с чего они начинаются, чем заканчиваются, что там происходит в середине, как вообще себя вести тем, кто ничего не понимает. Ну, как мы, как вы, вот как да. Вы сейчас как себя вели, так надо. Да. Нет, Юля-то понимает, она вот с деньгами, с хлебушком. Колядки, это не колядки, это обряд коледования, а вообще называются святки. Они начинаются с Рождества и по крещению. Скоро 19 число, как раз крещение. И делятся на две части. Сначала идут святые вечера до Нового года. До 13 января. А с Нового года начинаются страшные вечера. Ну, в общем, на протяжении всего этого времени ходили колядовщики, колядовали по домам. По утрам, как правило, ходили дети, а по вечерам уже ходила молодежь вот с такими медведями, козлами, с разными животными, потому что это ряженые, то есть они еще и рядились. И, собственно говоря, тогда уже начинались настоящие вечерки, гулянки, разгул. Вот по вечерам все происходило. Но вообще, вот эти святые вечера, это время, когда мир мертвых практически соединяется с миром живых, когда можно заглянуть в будущее, опять же. То есть можно как раз погадать, да, и, например, чего-то нажелать соседям. Вот так вот пришел в образе медведя и говоришь, хватит топить, иначе, и вот, ну что-нибудь. Ну да, там, ну вообще, и желать, вообще не да, специально заказывали даже колядовщиков раньше, чтобы, потому что считалось, если к тебе придут колядовщики, нужно подать, чем больше подашь, тем лучше будет год. Поэтому те, кому уж совсем они не ходили, их специально заказывали.
подкладывали. А если, например, к тебе пришли калейдовщики, а ты не вышел, ничего не подал, то они тогда пели такие прямо злые песни, когда желали тебе корительные, когда желали тебе очень много плохого. В общем. Ну а если подали, тогда пели хвалебные, когда желали тебе много хорошего. Дай денег. Я уже отдала все. Все, отдала последнее. 19 числа вы в гости ждете кого к себе? Маленьких деток или уже взрослых, которые на гуляние придут? 19 числа мы ждем к себе в гости на самом деле и взрослых, и детей. Это семейный концерт-спектакль. Ну, собственно говоря, потому что фольклор, он настолько синкретичный жанр, что когда придут туда маленькие дети, они увидят для себя что-то интересное. Придет молодежь и увидит для себя, придут взрослые для себя, пожилые для себя. Поэтому каждый, любой возраст будет охвачен, любому возрасту это будет интересно, это точно. А я еще напомню, на прошлой неделе Анастасия приходила к нам с курицей Машей, которая гадала, и она тоже, кстати, будет, да, у вас? Обязательно. Без курицы мы вообще никуда. Ну и раз уж про животных заговорили, а медведю не тяжело в таком костюме ходить? Нет. А он у вас, кроме того, что поесть, еще что-то умеет делать? Ну, вообще у нас медведь дрессированный, моченый, в бочке моченый. Он у нас много что умеет, но сегодня мы вам покажем только, как он пляшет. Но вы должны попросить его об этом. А как попросить? Мишечка, попляши. Пожалуйста. Серенький, коричневый, буренький. Пляши, медведь. Очень кстати. Сударыня, барыня, барыня. Спасибо большое. 19 января в театре эстрады. Калядки, да? Да, мы всех ждем. Приходите к нам, будет весело, будет интересно. Вы, надеюсь, узнаете что-то новое и просто получите удовольствие. Ну, медведь, у вас загляденье. Жаль, такого знака зодиака нет. Зато есть в России другие. Есть такой знак зодиака. Есть? Конечно. Какой месяц? Или это какой 13-й. 13-й. 13-й месяц. Месяц, хороший знак. Для всех остальных, те, которые традиционные 12 знаков, прямо сейчас гороскоп в нашей программе.